Да. Всем привет, друзья, 1159. В эфире меня зовут Павел, и я пытаюсь заставить самолет летать. Это не очень просто. Это не очень просто, но я усиленно пытаюсь. Ну, он уже полетел, на самом деле он уже полетел, но очень странно. Очень странно. Что происходит? Чтобы вы поняли, что происходит. Хочу захват. Захват экрана, захват окна. Ладно, пусть будет захват экрана. Пофиг. Происходит следующее. У нас есть вот самолет. Утренний геймдев опять. У нас есть самолет, вот он, видите, такой висит в углу. А видите, под ним есть полосочка. Это так называемый спайн. Сплайн, не спайн, или сплайн. Сплайн, сплайн же. Сейчас, подождите, я проверю. Сплайн, да, сплайн, все правильно. Вот, есть сплайн. Ну, то есть, моя основная задача была в том, чтобы в определенный момент, когда игрок проезжает нужный триггер, правда, триггер я пока не сделал, он должен быть где-то здесь, где-то, да, он должен выйти, выезжать из-за угла, по идее. Наверное, где-то вот здесь, на пригорке, он проезжает триггер, из-за здания должен появиться самолет и упасть. Ну, то есть короткая такая. А потом последствия, они вот. Вот последствия. Типа он упал. У меня тут висел самолет, я его сейчас убрал. Но так как я пока еще не сделал триггер непосредственно, то сейчас код начинает работать ну, с самого начала. Типа event begin play. Как только игра начинается, начинается и непосредственно полет. Поэтому я решил, ну, типа, надо протестировать. Пока я не сделал триггер, надо протестировать. Вот. И сделал, ну, типа, примитивный сплайн, чтобы посмотреть, как он летает. Но пока что у меня проблемы, скорее всего, с пивотом и с направлением, потому что как только я нажимаю play, он как-то вот... он как-то очень странно летает. Причем каждый раз, когда я нажимаю play, он почему-то еще... Начинает с какой-то второй точки, почему-то не с первой точки, а со второй точки. Я что-то не понял. Ну, я знаю, в чем отчасти проблема. Ну, потому что у меня не очень правильно размещено. Хотя, а может быть, я изначально, может быть, мне изначально не крутить, выставить его на ноль, и все. Пусть он стоит на нуле. Просто, ну, вот, видите, он у меня находится как бы боком. Это проблема, видимо, при создании. Я неправильно выставил ему координаты. То есть у него почему-то нос оказался на Y, хотя должен быть на X. Обычно выставляют на X, а у меня вот почему-то на Y, причем смещенный. Видите, Y смотрит куда-то вот типа вот по линии, а он почему-то оказался как-то кривым. Вот. Не очень понятно почему. В общем, целый ворох непонятных проблем, поэтому самолет размещен очень странно. Очень странно. Но даже если я сделаю так, ну да, он тут тоже будет неправильно размещен. Он, видите, он меня слайдит. Ну, на самом деле, можно попробовать повернуть сам сплайн. То есть... Но, блин, почему у меня сбилось направление, не очень понятно. Может быть, из-за того, что я сделал соединенный объект... Можно попробовать его же в блюпринте зафиксировать. Потому что он изначально, он же должен быть... Где у меня вообще плейн? В Cars? Нет. А куда я его... А, вот. Да, он же у меня изначально как бы развален на кусочки. Можно, конечно, его собрать по кусочкам, но, с другой стороны, зачем? Но непонятно, почему вот оригинальная SM-модель почему-то... А, может быть, ее здесь покрутить? Может, она у меня тут неправильно? Ну, она тут как-то съехавшая определенно. Поехавшая. Только почему-то я ее выделить не могу. А чё это? Не могу никак на него повлиять. Странно.
В общем, надо разбираться, надо разбираться. Но частично как бы процесс-то запущен, да? Смотрите, он жж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 
Надо только настроить скорость правильно. Это самое сложное. Типа он у меня по параметрам от нуля. От нуля к единице. Но тут, видимо, может быть, время увеличить. Может, время до 5 увеличить. Он тогда будет несколько медленнее лететь. Может, я не успеваю, не вижу момента, когда он начинает лететь. Ну вот, типа, вот так. О. Уже лучше. Уже определенно уже лучше, да? Уже летает. Уже летает по сплайну как надо, да? Осталось только направление ему правильное выдать. Жи-ж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 и. Блин, забавно. Так забавно. Его можно даже по триггеру пустить. Скользит так. Правда, только то, что это какой-то Тони Хоук про плейн получается. Потому что боком скользит. Давайте его встретим. Какая координата отвечает за... Да не, координата... Там все правильно. Там... Я по гайдам делал. Там все правильно. Тут... Нет, все правильно. Тут за сплайн берется location, distance long от world и rotation distance. То есть он правильно... Видно, что он правильно поворачивается. Проблема в том, что что у меня при объединении объектов у меня слетел и пивот, и направление. То есть, если я посмотрю на разрушенный корабль, разрушенный самолет, то тут, можно даже по нижней части понять, что у него правильное направление. Только почему-то я не могу его выделить, я не понимаю, почему я не могу выделить его. По соке-то можно посмотреть, да, тут видно, что он по иксу выставлен верно. То есть я, когда модель добавлял, она была верная, правильная. Вот. Но я соединил объекты, мне нужен был единый меш, и я соединил объекты с помощью анриловского. Ну, то есть можно вот так вот объединить, и тут, по-моему, есть... Set action... Тут где-то есть склейка, тут... Можно склеить. Я это делал уже, но я не помню как. А, вот create destructible mesh. From the static mesh. А, нет, это какая-то другая херня, подождите. Это какая-то другая херня. Я понаделал какой-то херни. Destructible mesh, у меня тут что-то еще закрашено есть. Нет, это херни понаделал, не надо. Это нам все не нужно. Не, их как-то можно было склеить вместе. Так, это все нам не нужно. Не нужно. Делите. Делите. Короче, был инструмент. Migrate, что ли? Ну... Copy reference, copy file patch. Как ты это делал? Не знаю. Ну вот он, видите, есть SM merged blend rage. Срастить в блендере в единый mesh и выкинуть в Unreal. Но так и на самом деле так и есть. Он изначально так и был сделан. Изначально-то он так и был сделан. Просто потом я его разбил на части, чтобы разложить. А так он, по идее, у меня должен быть. Только я не помню где. В Buildings я его... Не, по-моему, в... Plane. Нет, не в Buildings. Он у меня, наверное, в Cars. Но вообще, возможно, я его отдельно сохранял. Неужели у меня нету отдельно? Куда ты ушел? Я просто хотел сортировать по... Да куда ты ушел? Я хочу сортировать по... Блин. Тупость. Я его должен был сохранить. А, вот он, наверное. Вот, он у меня есть. Есть как проект.
Ну да, он у меня все правильно выставлен по иксу и цельный. Цельный. Ну, то есть можно его прямо импортировать. Экспортировать, точнее, FBX. А подожди, а у меня... А может, он у меня есть? Нет, у меня есть только Plain Crash. Да, значит, у меня нету его. Ну, тогда все нормально. Selected Object. Forward у нас по иксу должен быть. Z у нас должен быть Up. Геометрии там нормал все должно быть. Ну, экспорт. Ну, ничего сохранять. Нам. А с этой у нас тут уже есть мат. Он у нас окрашен билдингсом. А подождите, а почему он? Там, наверное, окна. Я с окнами, наверное, косячил. Да, надо будет потом флипнуть. Но это хер с ним, это потом можно флипнуть. Вообще без разницы. Главное его правильно запустить. Ну вот, он по иксу стоит, все нормально. Ну, то есть мы просто заменим вместо этого плейна, вместо merged плейна, мы добавим... Как он называется-то? Как он назывался? Ну, просто плейн должен быть, а чё, он не нашел его? Плейн. Во! А теперь он нормально выставлен по иксу. Теперь мы это все сейвим, компилим и смотрим. И, по идее, самолет должен сейчас лететь носом. Причем можно же реально сделать, что самолет... Короче, сначала пролетает над мостом. Правда, тут надо будет тайминги ловить, потому что игрок может уже не сразу. Можно начать где-то... Можно триггер здесь поставить, то есть когда игрок выезжает, здесь он еще не видит. И где-то вот здесь вот чикнуть триггер, самолет запустится, он пролетит в момент, то есть они пересекутся. Потому что если начинать с begin play, то есть где-то здесь, ну, игрок может затупить, подождать и прочее. Разное. А тут, тут, скорее всего, с большой вероятностью он все-таки проедет. Надо только учитывать камеру, потому что в игре, насколько я помню... В игре у нас невысокая камера. Да. То есть надо учитывать еще кадр, план. То есть где-то вот здесь вот, наверное, запустить самолет. Потому что он все равно его не увидит. То есть он вот тут отсюда, типа, чик, пойдет. И он, типа, пролетит над и над игроком пролетит. То есть это эффект. Плюс ему еще, если звук добавить, это эффект. А потом он едет. Но тут будет сложно тайминги поставить. Можно еще, чтобы он пролетел над трассой, типа вот так вот, над трассой здесь. И потом залетел, и когда игрок встретится, здесь залетел. Ну, то есть можно совместить, но сложнее будет. Лучше, конечно, сделать триггер на том месте, на котором нужно сделать, потому что иначе можно, ну, типа, в тайминги не попасть. Можно просто не попасть в тайминги. Потому что одно дело в начале и в конце, то есть перед событием, а другое дело, ну, допустим, кто знает, когда игрок окажется здесь. То есть, может быть, он выберет машину поменьше, то есть у него, может быть, не получится... ехать именно на этой машине. Может быть, он не будет... Ну, скорость у него может быть не та. Ну, то есть, короче, тут надо совмещать, надо понимать. Поэтому лучше, конечно... Сделаем, что он пролетит над трассой. Блин, круто, мне прям нравится. Слушайте, а если сплайны можно... Если сплайн можно нагибать, так может быть эти сплайны тоже можно нагибать? Ну да. А тогда... А почему мы тогда делаем... Хотя...
мы же можем их поднагнуть, и они тогда... Блин, ну это, наверное, сложно. Надо каждую точку поднагибать. Ну, можно, но сложно. Ну, вот, допустим, вот пролетит тут. Под мостом он, конечно, не пролетит. Например, выравнивается, и потом ему надо будет врезаться вот туда. Тут еще можно как-то сделать, чтобы после окончания этой штуки он просто исчезал. Как раз то, что мне нужно. Но там на самом деле надо быть другой триггер, там следующий, после того, как он достигнет конца, там надо, чтобы запускался взрыв. Конечная точка пролететь вот сюда. Причем он может выполнить пируэт. Ну как, типа, закрутиться немножко. Но из-за того, что увеличилась длина, из-за того, что сам сплайн стал длиннее, то и надо менять опять параметры. Так, это нам надо, наверное, тайм увеличить. Ну, в два раза, я думаю, надо увеличить даже. А чё, ты встал? Непонятно, чё-то остановился. Почему-то у меня останавливается, а почему? Хотя он должен вроде весь direction лететь. Возможно, длина этой штуки получается... Наверное, длина получается, даже не знаю почему. Тут он слишком быстро летит. Забавно. Ну, чтобы еще камера тряслась, когда мимо летит самолет, как в AAA играх. Но я думаю, звука будет достаточно. Но в целом, да, было бы прикольно. Было бы прикольно. Вот он прилетает. Тут где-то есть, по-моему, в этом. Autoplay, loop, replicate, ignore time, dilation. Ну, я думаю, что это в блюпринте можно сделать. When там что-то там, он, короче, он краш. В самом блюпринте можно сделать. Ну, это первый шаг к скриптам. Мой первый шаг к скриптам. Хотя пока он делается только через event play, что простецкий вариант. Ну, вот видите, тут какое-то несочетание
таймлайна с длиной. С длиной этой штуки. Не очень понятно. Ну, то есть в коде у меня что у нас входит? Да? Остановись. Play from start, update. Типа сплайн. Берется длина сплайна, умножается на значение альфа-темплейта, то есть значение времени. Ну, вот тут вот математика куча. Умножается на значение времени, и из этих значений время, умноженное на длину, получает location и rotation и transform. Ну, а вот тут, кстати, sweep hit result, тут можно типа break. Короче, надо еще понять, тут можно посмотреть. Ага, 5 секунд. 5 секунд это 100% получается. 100%. То есть слишком длинное значение. Wait 5. А почему у меня значение 5, когда... То есть, в любом случае, значение time 5 будет. Следовательно, мне надо просто value уменьшать. Почему-то значение late всегда 5, хотя он должен быть, по идее, динамичным. Но вот он тут теперь останавливается. В общем, вещи, над которыми мне еще предстоит значение 5 секунд упирается, и все. Может быть, просто вот это значение тогда увеличивать, late 10. А, ну правильно, у меня же таймлайн-то ограничен. Все, тогда понятно. И тогда 10, значение 1. Ба-бах. Идеально. Идеально. Просто идеально. Тут пару точек бы еще удалить. Да. Чтобы плавности добавить, чтобы он как будто на самом деле летить. Но все равно странно, конечно. Ладно, нас интересует на самом деле вот тут полет. Тут больше всего полет интересует. То есть, допустим, если с вида игрока смотреть, где-то тут триггер запускается. Ну, выше бы поднять, да? Лучше выше, мне кажется, поднять. Чтобы его еще виднее было. Он как-то прям совсем незаметен. Он должен прямо врезаться. Интересно. Я даже готов забить на новости и делать эту херню. Триггеры запускать всякие. Триггерить. Скорости еще не хватает. Ну, скорость, ладно. Ну, короче, в любом случае, это была тестовая история. Почему-то, кстати, неправильно повернут. А, ну да, правильно. Он у меня так и должен был быть повернут. Так,
точно летит. Взрыв. Класс, класс. Класс! Взрыв самолета! Ладно. Сохраняем на налепленное. Закрываем все это дело. Такие вот утры у меня. Разбирался вчера, сегодня утром разбирался, пытался разобраться с гребаными нормалями. Понял, что... В очередной раз понял, что 3D-моделирование не мое. Мне проще все сделать геометрией и не трахать себе мозги. Потому что все равно придется делать геометрию. Ты в любом случае, если ты хочешь добавить какие-то элементы на normal map, тебе все равно надо делать геометрию этих... Я посмотрел гайд вот этот пятичасовой, ни хрена там не понял, потому что там очень много объяснений, которые ни хрена непонятны. И я посмотрел гайд короткий, то, что мы вчера смотрели, типа гайд, где чувак добавляет на пушку какую-то масс-эффектовскую болтики. Но тоже, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, ты думаешь, ну это в блендере. Ну, то есть ты в блендере это можешь сделать, конечно же. А как ты потом всю эту херню перенесешь в игру? Ведь материал-то ты все равно будешь создавать, скорее всего, в Unreal или как-то добавлять. Короче, непонятно. Ну, то есть проще ты все равно... Опять же, даже если в блендере, ты все равно делаешь геометрии. Я такой, пойду делать самолетики. Все 5 часов посмотрел? Нет, на самом деле из 5 часов там 2 часа объяснений, а другие 2,5 часа это там какой-то разбор работ. Там вторая половина ролика, вторая половина трансляции, это они там разбирают разные работы, критикуют там вот здесь вот так, ну, критикуют нормально. Тут не так сделано, вот тут неправильно, вот тут можно было лучше сделать, вот как-то так. Ну, я так понимаю, что там в рамках этой трансляции, которую я смотрел в записи уже, там был какой-то конкурс, там у них каждый месяц или каждую неделю проходит какой-то конкурс, или просто конкурс отдельный на модельке, вот, на моделирование. И они там... Сбился. Ну и они там делают награждения, три штуки, три награждения делают. И, видимо, потом разбирают другие работы. Ну, интересно, интересно. Долго только, но очень сложно воспринимать это все, слушаешь. Вот. Тряс-камера вообще основная вещь, чтобы добавить в игру джуз. Ну, с тряской камеры надо не переборщить. Иногда это очень сильно раздражает. У нас довольно динамическая игра. Динамичная игра, поэтому, мне кажется, тряска камеры может несколько бесить. Плюс, так как у нас еще VR хотят, точнее, делают VR-версию, то там тряска камеры, мне кажется, вообще тошноту будет вызывать. Но в случае с самолетом, да. Да, может быть. Только надо понять, как. То есть я это вижу как создание некого пузыря эффекта. Чем ближе Эктор к триггеру, ну, то есть там наверняка есть некое... Ну, то есть можно наверняка сделать некий пузырь, определив параметры там от центра пузыря к границам пузыря, то есть разделив значение дальности от центра пузыря к границам пузыря, как, ну, какую-то распределение величины от нуля до единицы, условно. И, следовательно, можно взять этот параметр и соединить его с... с значением дистанции Эктора игрока с центром пузыря. То есть, чем ближе к центру пузыря Эктор, тем параметр выше. И, следовательно, завязать этот параметр на громкость звука. Мне кажется, звучит логично. Но в моей голове это звучит логично. К сожалению, я ни хера не программист, поэтому никогда не смогу это реализовать. Вот. Но чисто, чисто схематически я бы мог это нарисовать. Я бы смог нарисовать схему кода. У вас есть код? Лучше, у нас есть схема кода.
Ну, потому что в логике звука оно же так и должно. Типа, чем ближе объект, тем сильнее звук. Логично, что надо разделить, сделать два объекта, вот такой какой-то пузырь, который, типа, вот эктор, и вот к нему приближается этот пузырь, и чем ближе эктор находится в пузыре, тем громче звук. В том числе это можно совместить и с тряской. То есть, чем ближе эктор в центре этого пузыря, эффекта значения, тем больше тряска. То есть он от маленького до сильного. Ну, потому что, а как вот летит самолет, и потом такой, типа, просто такой, типа, ты едешь, а потом опять закончился. Ну, то есть, нет, оно же должно быть, типа... У меня стабилизатор, к сожалению, на камере, поэтому я не могу это изобразить. Он должен быть, типа... Чё за спам там кидают? Чё за херня? Какое-то говно? Не надо нам этого говна. Уволь модераторов, они ни хрена не делают. Да, ленивые. Ленивые. Шляются где-то. Даже так даже лучше оставим, да. Вот, короче, вот так вот. Работают не то, что некоторые. Ну, что поделаешь. Я вот еще, видишь, не заслужил работу. Вы достойные люди, поэтому вы работаете. А я нет. Мир считает, что я еще не достоин работать на нормальных работах. Ну вот, научусь делать триггеры сейчас еще. Вот, все, можно и junior-level дизайнером становиться. Если я научусь с помощью триггера на картах там лампочки включать, FX запускать, вот там по сплайнам объекты двигать, все, считай я левел дизайнер. Домики ставить умею, дороги рисовать умею, там разметку рисовать умею, все делать умею, все, так. Самолеты запускать умею, все, готово. Ну, с помощью, на самом деле, этого инструмента, вот этого сплайновой херни, делаются в платформерах, например, там, платформы, которые ездят вверх-вниз, там, или какие-то объекты летают. Враги те же, которые летают, они же, у них же нету, хотя, нет, у некоторых врагов в платформерах уже, я думаю, в современных платформерах у большинства врагов уже есть некое наличие АИ. Типа, они, у них наверняка есть, как он, блок-схема, я забыл, как она называется. Ты создаешь, короче, типа, стандартное состояние, некое идол-состояние, в котором, ну, например, задаешь там, как у тебя враг, например, муха. Или пчела. Вот. И у нее идол состояние — это анимация, где она летает из левого в правый угол. Вот она, типа, например, по сплайну летает из левого в правый. А от нее ты проводишь полосочку, где создаешь блок, который отвечает за обнаружение игрока, в котором прописано, что если игрок приблизился к объекту на расстояние там такое-то, то пчела меняет свое направление, то есть, типа, get transform, set transform делает, и берет координаты игрока и стремится к нему. То есть, вот она летает, ты подходишь, и она так, и, типа, летит к тебе. А дальше ты делаешь, как когда она там соприкасается, то дает там эффект там 5 урона, который прописывается в базе параметров игрока, и он получает 5 урона. Эта информация дает
информацию интерфейсу, которая пересчитывает и показывает тебе на информацию, показывает тебе полоску жизни, что она уменьшилась, там, и проигрывает анимацию, там, того всего. Ну, то есть, чисто в схематических историях оно звучит все достаточно просто. Другой вопрос, что я ни хрена не умею программировать, и я не знаю, как все это заставить работать. Так рассказываешь про программирование, что захотелось брать моделинг и немного покодить. Слушай, ну, логически программирование довольно простая вещь, чисто в логике. Сложность программирования в том, что в движке. То есть это мы с тобой понимаем, что вот нам надо, чтобы этот предмет двигался к этому предмету. То есть в чистой логике, да, понятно, что как только муха обнаружит врага, там, как только обнаружит игрока, она стремится к нему. Но внутри движка эти манипуляции очень сложные, невероятно сложные, потому что движение внутри движка происходит, как правило, по координатам, да, x, y, z. И тебе надо правильно задать вектор движения или вектор направления. Плюс в движках же есть и в играх нету понятия времени нашего. У них свой так называемый тик. Да, каждый тик, то есть вот эти FPS-ы, кадры в секунду, это своеобразное время исчисления игровых движков. То есть игровой шаг. И в каждый шаг система должна проверяться, то есть проверять, то есть она не двигается сама по себе, то есть тебе надо задать так, чтобы система проверяла, каждый шаг проверяется наличие, где находится сейчас игрок, и в этот каждый шаг меняется направление объекта к игроку, чтобы, потому что если шаг не будет учитываться, то буквально когда первый раз объект увидит игрока, он, допустим, ему заданы параметры, что как только в определенное поле зрения попадает игрок, то координаты меняются, допустим, к нему. Но если нету вторых и третьих шагов, то игрок продолжит двигаться, а объект полетит, ну, как бы просто в то направление, в координату, которую получит. Опять же, заставить объект искусственного интеллекта заметить игрока, да, то есть это тоже в движке надо смотреть, потому что там есть, то есть опять же надо делать либо какие-то зоны, ну в Unreal, кстати, есть какие-то механики, которые упрощают всю эту историю, там у них есть прям готовые, по-моему, AI-блоки, которые как раз отвечают за детектинг и прочее, но тоже ты должен настроить дистанцию, на которой он детектит. Ты должен настроить дистанцию видимости, то есть объекта. Опять же, ты не можешь настроить ее только... Опять же, если у тебя несколько плоскостей, ты должен настроить там ее и по Y, и по... Короче, в нашей реальности объяснение простое, потому что оно построено на, скажем так, правилах нашего мира, которые у нас... Ну, подкорки. Ну, то есть, например, как вы бросаете мячик. Вы не задумываетесь о силе притяжения, вы не задумываетесь о силе броска, ну, в смысле, не просто силе броска, вы не задумываетесь о том, какой F вы применяете, там, по-моему, да, у нас сила же F, это всегда было. Вы не задумываетесь о том, какую силу вы применяете для броска, вы не задумываетесь об угле броска относительно притяжения. Все эти вещи вы, как правило, не думаете о них, потому что в том числе вы не можете на них физически ровно повлиять. Все движения людей, по сути, это параметр flat, плавающий параметр. Потому что ты не можешь каждый раз бросать мячик одинаково. Потому что ты не очень понимаешь каждый раз, какая именно сила применена. Ты не можешь задать руке определенную силу броска. Ты всегда ориентируешься на некий плавающий параметр у тебя в голове. Ну, то есть, условно, хочу бросить сильнее максимально сильно. Но даже этот параметр всегда может отличаться. Потому что он, например, зависит от параметра усталости или просто рандома. Компьютер же не знает, у него нету таких параметров. Весь мир в компьютерных движках, в игровых движках, он, скажем так, прописан, там свои физические правила. Флуат, наверное, не флэт. Ну, да, я имел в виду флуат. Флуат. Флэт — это плоский параметр, да. Поэтому, да, в объяснениях это звучит просто. Ну, то есть вот у меня задача, которую я до сих пор не могу решить. Я не понимаю, как ее решить. У меня есть колесо,
которое крутится. Должно крутить. Ну, то есть в Unreal это как делается? Есть шаблон автомобиля. Он состоит из базы некой и четырех крутящихся объектов. Они по умолчанию забиты в систему. Вот. Ты просто распределяешь эти объекты, привязываешь объекты и все. И у меня есть вот блок, основная база, на которую крепятся все объекты, и колеса. Вот колесам я прикрепляю диск и шину. И они крутятся вместе. Точнее, я даже не так. Я прикрепляю только диск, а к диску крепится шина. То есть они идут как по цепочке. Как, кстати, в реальной жизни. Ведь шина не по факту шина не прикреплена к вашему автомобилю. Шина является частью диска. Вот. А диск прикреплен уже к ходовой части. Ну, имеется в виду. Ну, вот. Но у меня есть еще суппорт, который, по идее, не должен крутиться. Он должен быть зафиксирован. И вот как я не пытался заставить эту систему работать, у меня никак не получилось, потому что там своеобразная система координат. То есть колесо не просто крутится. Объект колесо, да точнее, нет, оно крутится, но оно постоянно меняет координаты. Ведь, допустим, колесо, да, оно, несмотря на то, что оно круглое, у него все равно есть некий параметр x и некий параметр y. То есть оно все равно имеет начальную координату. Когда объект начинает крутиться, то эти координаты начинают крутиться вместе с ним. То есть x перемещается, это локальные данные. И эти локальные данные, точнее, в локальных данных он остается относительно меша, относительно самого колеса, остается типа x, y. Но в world координатах он начинает, ну типа, перемешиваться. И в итоге, если ты пытаешься привязать объект к этому крутящемуся объекту, у второго объекта тоже все крутится. Я не старался заставить его не крутиться так, а крутиться вот только вот так, у меня все равно ни хрена не получилось. Вот. Почему не пойти поучиться? А где ты сейчас этому научишься? Где ты? В школах, которые разводят на бабки? Я не верю таким школам. К сожалению, школа геймдизайна и прочего в России еще не очень, на мой взгляд, развита. Вот, поэтому, если бы можно было просто, не знаю, пойти в институт научиться этому, был какой-нибудь институт, из которого вышли разные разработчики и прочее, то, может быть, я бы пошел поучился бы, хотя тоже сомнительно. Я не доверяю всем этим курсам, тупо не доверяю. Я не слышал ни про один из курсов или школ, где говорили бы, ну, то есть, где люди в них отучились и сказали бы, вот я вот пошел в эту школу, я отучился и стал охренительным. Я так много узнал и получил сразу работу, и вот это все. Ну, как правило, это рекламная кампания. Так, ну, и это обычно очень много денег. Даже во всяких наших скиллбоксах и прочих, если учиться, там, я так понимаю, там ценники от 100 тысяч и выше. Ну, как бы, для того, чтобы пойти учиться, мне сначала надо найти работу. Тут замкнутый круг, а чтобы найти работу, нужен опыт. Но тут важный момент, что ты всему этому можешь научиться и сам. Ну, то есть, вся информация, которая тебе нужна, это понимаете, это не информация, особенно во времена широкополосного интернета и доступа в него со всех точек мира. Эти вещи не являются какой-то тайной мироздания. Вся информация есть, как бы. Просто в моем случае я сразу делаю сложный момент. Обычно люди начинают с простого. Вот люди начинают с того, что заставляют самолет летать. Вот, по сплайдам. Потом они делают, например, платформер, где вот прыгают платформы, и тебе надо, точнее, плавают платформы, тебе надо по ним прыгать. Потом делают интерфейс, потом все это соединяют. Ну, то есть начинают с малого. Мне хочется делать сразу то, что я хочу делать. Вот и все. А так как у меня сложные механики, я, естественно, не всегда нахожу к ним. Не всегда нахожу для них ответ. И есть еще один момент. Не всегда можно чему-то научиться. Это не ультимативное решение, типа просто научись. Чтобы научиться, надо понимать.
Если ты плох с математикой, ты не научишься математике. Ну, то есть ты можешь постараться, но если ты в этом плох, ну, вот просто, ну, вот не лежит у тебя ни душа, ни сердце, ни способности. Твой мозг почему-то не воспринимает цифры. Ты можешь сколько угодно вдалбливать себе это в голову, но, скорее всего, счастлив, как говорится, не будешь. То же самое, там, например, про художников. Если ты не умеешь, вот с самого детства не очень хорошо рисуешь, и у тебя не лежит к этому, ну, типа, зачем? Какое-то чувство прекрасного, его можно, конечно, попробовать развить, но ты просто убьешь на это очень много времени. Надо заниматься тем, что тебе кажется ближе. Вот и все. Надо пробовать, надо стараться. Может быть, это не ближе тебе. Ну, то есть, вот я каждый раз подхожу к там, блюпринтам, каждый раз смотрю новый гайд по блюпринтам, и каждый раз в определенный момент, ну, в моей голове просто начинается каша. То есть, ты сначала такой, ну, создайте блюпринт, ну, это я умею. Ну, вот, тут есть rotation, location. Такой, ну, да, это все просто. А теперь мы начинаем добавлять... Что ты несешь? Я ничего не понимаю, зачем это нужно? А тебе никто не объяснит это, потому что, ну, есть какие-то вещи, которые, в принципе, не объясняются, которые надо просто принять. И понеслось. Вот, ну, программирование, например, вообще не мое. То есть логика мое, а программирование не мое. Творчество ближе мне, но тоже современное творчество требует еще какие-то сложные манипуляции, конечно. Смысл учиться за границей, чтобы потом вернуться в Россию? Да, это условно, учись за границей, это, ну, если все так просто, да, то почему вы такой бедный? Ты можешь все, что могут другие люди, другой зачем? Нет, как бы в теории, да, любой человек способен условно на все. Но на практике не совсем так, потому что есть множество уникальных... бафов и дебафов у каждого человека. И их надо учитывать. Это человеческий фактор исключительно. Вот. Но он есть, он существует. И его отрицать тоже неправильно. Потому что мы не роботы. Все же органика — это не роботизированная какая-то история. Поэтому в теории, да, каждый человек способен на то же самое, на что способен другой человек. Но ты не можешь так сказать, например, ты не можешь бегать точно с такой же скоростью, как, например, спортсмен. Потому что спортсмен потратил какое-то время на обучение, уже потратил какое-то свое время своей жизни на это, поэтому в данной точке времени он будет бегать быстрее тебя. И, скорее всего, велика вероятность, что ты никогда его не догонишь. Потому что пока ты будешь тренироваться, он тоже будет тренироваться. И в итоге, ну, конечно, есть какой-то предел, но все равно это как-то... Как-то не то. Ну, блин, есть же предрасположенности. Ну, в смысле, твои личные. Я не говорю о том, что при рождении звезды зашивают в тебя информацию, что ты не можешь учить математику. Нет, не в этом плане. Есть некое личное ощущение и личное восприятие. Ну, то есть тебе просто неинтересна математика, например. И, естественно, ты... к ней предрасположен, не заинтересованно. Есть, опять же, есть математические личности, есть творческие. Так есть. С этим глупо спорить. Есть люди, которые, например, языки выучивают буквально там очень быстро. То есть они становятся почти... Они умеют разговаривать как носители языка там уже под конец школы. А есть люди, которые на русском еле-еле разговаривают. Вот, не понимают. Но это очень индивидуальная все история. Не потому, что так зашито в них. Но есть люди с феноменальной памятью, например. Я вот знаю нескольких людей, у которых память, ну, как бездонная. Они достают из памяти числа, имена, какие-то события с точными значениями. Я порой не могу вспомнить имя человека, которого, вот, актера, которого мы обсуждаем. Я могу сказать, типа, Том Холланд, а через 2 секунды забыть, как его зовут. Но при этом у меня в голове четко будет его лицо. То есть я вот в визуальная память, у меня четко будет, вот как он выглядит в красках.
Но я не могу, вот просто, вот, типа, где? Наверняка есть какие-то, как эти, какие-то тренинги для тренировки памяти, не знаю. Ну вот, но память, у меня, например, память работает только на визуал. Только на визуал. И я очень часто забываю точные данные, точные величины, имена, значения, названия, слова. Но при этом прекрасно в голове они у меня выглядят и видятся. Есть люди, которые, наоборот, очень хорошо подкованы в алгоритмических и математических историях, в логических историях. То есть они чисто себя в голове быстро могут разложить какой-то пример, какой-то, или быстро собрать, например, какое-то уравнение. Очень быстро. Собрать информацию одно в другое и выдать тебе. Или, вот я говорю, или вытащить какую-то информацию у себя из головы, там, из памяти очень быстро. Я, например, вообще не про это. А есть люди, которые, наоборот, про это. Спортсмен уже выиграл одну гонку генетическую. Нет, ну, на самом деле, спортом, там, если с детства занимаешься спортом, то есть вероятность. Но тоже, да, иногда бывает, что... Твой организм, твое тело как-то, или твоя генетика сложится в благоприятные обстоятельства для твоего увлечения. Ну, например, ты высокого роста, и тебе нравится... Ну, точнее, у тебя родители высокого роста были, и ты потенциально будешь высокого роста, и ты увлекся баскетболом. И вот, к 15 годам ты уже под 2 метра ростом, плюс ты, там, с 6 или 5 лет занимался, тренировался, и вот ты уже там к 18 годам, ты один из высокооплачиваемых молодых дарований, ну, уже не молодых, правда, который обладает и генетически выгодными условиями, и плюс тренировался, то есть еще всю свою молодую жизнь под эти условия, и в итоге ты, просто попадаешь в цель. Просто попадаешь в цель. Ну, это в данном случае это, конечно, уже от физических, если говорить именно о физической истории, да. Все-таки умственная мозговая деятельность, она, мне кажется, генетически несколько... Я не знаю, кстати, как она работает. Работает ли вообще? Все-таки мозг такая штука, которую можно натренировать, наверное, на что-то. Учеба за границей делает тебя более конкурентоспособным. Это да, но на учебу за границей ты наверняка выложишь целую кучу денег. Вот где мне деньги брать, пока я учиться буду? Вот даже если я выберу какой-нибудь там скиллбокс или что-то еще. Вот. Там, допустим, обучение год обучения, там, 150 тысяч каких-нибудь. И вот где мне все это брать? Заплатить еще наверняка надо сразу. Сразу здесь и сейчас. Или какую-нибудь рассрочку еще. Память очень хорошо работает на ненужные факты и всякий мусор. В школе исторические даты никогда не мог запомнить. Именно из-за этого я историю всегда не любил. Мне вообще не нравилось. Какой-то набор событий и дат из древности. Неинтересно. Может быть, потому что там историю не так интересно рассказывать. Если бы у нас... Учителем истории был бы Зуев, рассказывал бы интересные события, рассказывал бы интересно, типа, представьте себе. И тут они выходят, и тут они вылезают из коня. Это был бы номер. Любой профиль, который не входит в общественное образование, университетское, это самодеятельность на коленке по факту с музыкой, также, кроме академа, кроме исполнения классических произведений, тебя там ничему не научат, не учат практически. Тебя не учат композиторству, тебя не учат сведению треков, тебя не учат ничему, что было бы актуально, было бы применимо. Ну, потому что, мне кажется, наши школы образования не особо развиваются, то есть они как с советских времен были, у нас вот только ЕГЭ ввели, и все, вот и все образование как поменялось. С другой стороны, некоторые вещи, некоторые постулаты и не надо менять, не то чтобы надо как-то по-новому математику преподавать, но все. Но потихоньку открывается, по-моему, в МГУ же
или в МГУ, или в Бауманке, по-моему, есть курс геймдизайна. Я не уверен, но, по-моему, был что-то такое. В конце концов, если ты хочешь стать, по-моему, 3D-моделерство, все же тоже можно вышку получить. Но не, это будет, по-моему, не 3D-моделерство, а это скорее какая-нибудь инженерная история. Но она, мне кажется, пересекается. Ну, то есть это надо погуглить, поискать, но, ну, в конце концов, есть синергия. Не самое хорошее место, но из современных, более-менее приемлемых мест обучения все же подойдет. Ну, как бы статус у синергии все-таки повыше, чем там у каких-нибудь скиллбоксов и прочее. Так что можно. Но, ну, опять же, тратить 5 лет, вот сейчас типа идти учиться, тратить на это 5 лет, тратить на это деньги, и еще не факт, что я в итоге из этого получу. Мне непонятно. Тем более, что... Но в моем случае у меня лучше всего получается обучаться на практике. Я что-то делаю, и я что-то знаю. Я что-то получаю. Тем более, вон, как правильно некоторые замечают, во времена интернета важно даже не то, что ты знаешь, а важно то, что ты знаешь, где это найти. То есть не важно, знаешь ли ты, как вот заставить самолет летать. Важно, насколько быстро и точно ты загуглишь эту информацию и найдешь ответ. Потому что, как правило, все решения уже есть. Все решения уже есть в интернете. Все уже кто-то сделал. Ну, да, конечно же, важно в том числе то, что ты знаешь базу. То есть, если ты знаешь базовые какие-то команды, те же блюпринты, то ты, наверное, быстро сможешь собрать из них конструктор какой-нибудь. Но вот у меня проблемы с памятью вот, в данном случае. Мне сложно обычно. Был отличником в школе? Ага, конечно. Ага, сейчас. Если бы я был отличником в школе, я бы сейчас сидел бы и стримил перед вами. Нет. Нет, я бы, наверное, был бы каким-нибудь банкиром, менеджером, может быть, даже директором. Вполне себе. Строгановка, институт промышленного дизайна, самый полезный для художника или 3D-шника. Это не так работает, это вполне так себе, это вполне так работает, это просто зависит от твоего вовлечения в этот процесс. Если ты учишься просто ради бумаги, то, конечно же, ты выйдешь из своего учебного заведения курьером Яндекса. Но если ты учишься в высшем и среднем учебном заведении ради получения информации и приобретения какого-то опыта, то с большой вероятностью ты на пятом каком-нибудь уже курсе будешь работать, а там и продвинешься дальше. Личность человека тоже важна. Ну, я и говорил. Ну, личность человека важна, личная заинтересованность. Повторюсь, если ты заканчиваешь высшее образование только ради того, чтобы получить бумажку о высшем образовании, то, конечно же, это полная херня, потому что ты выйдешь, а дальше такое, о чем мне делать, а зачем? Если ты учишься ради того, чтобы чему-то научиться, то ты будешь применять это дальше. Я учился ради навыка, в итоге в поиске работы по специальности. Ну, есть еще вопрос, какое направление ты выбираешь, конечно же. Если ты учился, не знаю, тебе было всегда интересно быть там археологом и копаться в камушках, и ты потом надеешься стать богатым и знаменитым, то, конечно, ну, надо понимать перспективы в современном мире. Но если ты учился на какого-нибудь менеджера, например, или экономиста, велика вероятность, что ты можешь где-то пригодиться и где-то стать полезным. И где-то твои... Тут же надо понимать, что для современного мира и для современной работы важна не бумага. Важно то, что ты умеешь. Если ты чему-то научился, если у тебя, если ты в дальнейшем показываешь хорошие результаты, то ты будешь интересен. Я к тому и веду. Я не пошел в высшее учебное заведение, потому что я в этом просто тупо для себя не вижу смысла.
я, скорее всего, потрачу 5 лет впустую, ничему не научившись. Выйду, скорее всего, на последних курсах вообще буду херней страдать, и если меня вообще на каком-нибудь втором-третьем курсе не выгонят нахер. Скорее всего. При этом вот я устроился работать когда в Games TV, и я приобрел целую кучу информации, знаний за 5 лет. То же самое. Я считаю, что типа Games TV для меня это вот как высшее учебное образование. Могу сказать по своему опыту, что большинство современных топ-композиторов все с шикарным образованием. Тот же Гаррет Кокер, который писал для Ori, у него 2 вуза вообще. Потому что такие люди самосовершенствуются в том числе. Это же высшее образование не потому, что ему мама сказала, тебе надо вышку получить. Не высшее образование, потому что ему дядя сказал, не дядя там, а в компании какой-то сказали, ну, у вас всего одно высшее образование. Это потому, что он хотел. Он рвался, ему было интересно, он жаждал знаний. Есть такие люди, которые там идут магистратуры всякие, фигистратуры, второе образование, третье образование. Есть такие люди. И они получают из этого какой-то опыт. Я человек, который может получать опыт только из практики. Я что-то делаю, я понимаю, я обучаюсь. Вот у меня все время проблемы. Я начинаю смотреть ролики, и толку от них ноль. Они вылетят у меня из головы за секунды. Они вылетают у меня из головы в тот момент, когда я смотрю. Буквально я там начинаю смотреть какой-то гайд по тому, как что делать, и у меня там на второй минуте все, я просто слышу кашу из слов. Потому что я сам не делаю. Я сам не применяю ничего сейчас. А когда, типа, ты сам там что-то делаешь, ну, все, ты такой, ага, понятно, окей. А так я могу, я и так могу. Ты еще можешь варьировать, то есть ты видишь какой-то гайд, ты можешь применить его к своим проектам как-то по-другому, посмотреть там, как еще что-то. Я такой, о, прикольно. Такие вот дела. Потому что база нет. Ой. Потому что база не закрепляется сама собой. Специалитет. Что такое специалитет? Джобс и Гейтс бросили универ. Путин на тройке учился. Это база, да-да. Базировано. Да не, ну я не говорю о том, что всем надо срочно все бросить, не учиться, но я к тому, что Джобс и Гейтс, они же, ну пусть они и бросили университет, но они не бросили увлечение. Они не просто такие, я бросаю факты с университет, пойду просто сделаю iPhone и зарабатываю миллионы. Все с чего-то начинали, все к чему-то стремились, все что-то делали. Те же большинство инди-разработчиков, они тоже, они не заканчивали никакие университеты и ничего. Ну, некоторые из них программисты, конечно, некоторые художники бывшие, но... Но больше решает стремление. А в современном мире, если ты стремишься действительно что-то познать, ты спокойно найдешь эту информацию в интернете. Это, ну, опять же, знания, которые нам преподают в школах и университетах, это не тайные знания, ложи физиков, которые не распространяются о том, как на самом деле работает физика, и только в университете ты сможешь познать. Нет. Нет. Многие данные ты спокойно можешь найти сейчас в интернете. Проблема их будет скорее сложить. Вот, ну... Есть еще одна особенность в американском образовании, чтобы работать именно в Америке. Чаще это касается музыкантов. Функционеры больших компаний требуют именно американский колледж. Может быть, может быть. На каждого успешного 100 неуспешных в любом направлении. Просто ошибка выжившего. Надо понимать, что считать успешным. Если мы говорим о крайностях, то, конечно, да. У нас... Как бы там есть один популярный певец там из, не знаю, 100 тысяч людей, да? Но это крайность.
абсолютно. При этом люди, которые нормально работают и нормально зарабатывают, их достаточно много. Это не ошибка выжившего. Самое крутое рождается не из интернета, когда ты применяешь свои знания и придумываешь что-то новое. Нет, не всегда. Ну, то есть, камон, в музыке всего 7 нот, но музыка существует до сих пор, и каждый раз что-то... И каждый раз эти 7 нот складываются так, что вроде бы что-то новое, хотя, по сути, забытое старое. Не всегда что-то новое обязательно лучше. Порой просто грамотное сложение уже имеющихся данных просто по-другому может привести к какому-то... Ну, тоже вот сложно, это новое или нет? То есть если я взял 7 нот, но переставил их несколько по-другому, является ли это новым? Ведь это все те же 7 нот. Они просто по-другому стоят, но все те же 7 нот. Ну, это уже, конечно, демагогия и философия, поэтому забейте. Но я к тому, что не всегда обязательно создавать что-то новое. Порой достаточно просто что-то делать хорошо. Быть специалистом в своем деле. И все. Условно, если от тебя требуется забить гвоздь молотком, то никому не важно, забьешь ли ты его ногой, или, может быть, ты будешь держать молоток в зубах, или, может быть, ты будешь забивать не молотком, а ногой. Важно, чтобы гвоздь в кратчайшие сроки оказался внутри. И главное, чтобы еще этот гвоздь удерживал объекты. Потому что не просто так же гвозди вбивают, а чтобы что-то с чем-то скрепить. Если ты знаешь, под каким углом вбить гвоздь, если ты знаешь, как это лучше всего сделать и как быстрее сделать работу, ты хороший специалист, на тебя будет спрос, условно. А если ты просто умеешь забивать гвозди, ты будешь каким-то средним специалистом. Мне производится какой-то звонок из Московской области. Ну-ка, давайте узнаем, что пытаются отжать. Алло. Да. Не знаю. А номер повестки? Номер дела? Номер чего-нибудь? Не знаю, нет. Первый раз слышу. Вообще первый раз слышу, кто это. Да. Да.
такого допроса сотрудников банка. Как только он понял, что они что-то заподозрили, начал вести себя вызывающе неадекватно, а именно кричал, выражался в Инстаграме. В конечном итоге купил документы, которые предоставил. С этими документами выбежал из отделения. После чего со стороны Сбербанка России мне поступили материалы для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, это 159-я статья, и 327-я подделка официального документа. Я думаю, вам все понятно из того, что произошло, или будут какие-то вопросы? Да нет, не будут. Вопросов у вас нет. Хорошо, тогда хочу обратить ваше внимание, так как наш телефонный разговор записывается, вы можете проходить по 307 статье, это дача заведомо ложных показаний, и вы обязаны соблюдать политику конфиденциальности. То есть 310 статья, разрушение данных, предварительное расследование третьим лицам. Я думаю, с этим тоже все понятно, верно? Замечательно. Также, смотрите, хочу сообщить к вашему сведению, что на данном гражданине на органах полиции уже есть ряд заявлений. То есть вы не первый человек, пострадавший в подобной схеме. Так как в некоторых делах у гражданина Новикова уже получалось списывать часть денежных средств. Может, у вас будут какие-то подозрения, либо догадки насчет данной ситуации? Нет. Никаких подозрений, догадок, ничего такого у вас нет? Нет. Хорошо, смотрите, поскольку тогда вы никакой доверенности не оформляли, тем более, как вы сказали, нотариус не обслуживали, были скомпрометированы ваши персональные данные. То есть это паспортные данные, также копия вашей подписи, СНИЛС, информация о вашем лицевом счете, и, как я говорил, была подделана материальная доверенность. И смотрите, почему я с вами связался именно лично по телефонном режиме. Это дело в том, что у Центрального банка поступила информация, что от вашего имени были поданы заявки на кредитование через онлайн-сервис. В одном из банковских учреждений, каком именно они не указали, данная заявка в стадии предварительного одобрения. Я уже в свою очередь, учитывая факт, что мне заявление приходит не первый раз, я решил вам позвонить лично, чтобы понять, по какой причине вы явились ко мне в отделение. Как я понимаю, вы даже не в курсе были происходящего. Вообще. То есть я позвонил вам не зря. Смотрите, так как я дознаватель, мне необходимо собрать информацию, откуда могла произойти утечка вашей персональной информации. Я рассматривал три варианта. Это нотариус, сотрудники банков и с вашей личной стороны это покажет. Смотрите, по поводу нотариуса мы уже решили, что вы не обращались. По поводу вашей личной стороны вы могли где-то договориться или еще что-то. Поэтому ответьте на пару вопросов, может вы что-то вспомните, что будет полезно. Вы документы в течение года не теряли? Нет. Не теряли. А можете вспомнить, куда и кому предоставляли в последний раз свою персональную информацию? Не могу вспомнить. Не предоставлял даже никому. Никому не предоставляли. Хорошо, звонки якобы сотрудников банка вам поступали? Нет. Не поступали. То есть за последнее время вы лично свою персональную информацию никому не передавали? Нет. Хорошо, смотрите, в таком случае, как я предполагал, у меня под подозрением остаются сотрудники банка. Так как данная информация, которая была на вас компрометирована, может находиться, как я говорил, либо у сотрудника нотариальной службы, либо же в банковских структурах. И, возможно же, кто-то из сотрудников банка находится в сговоре на бирже, либо же просто каким-то косвенным путем замешан здесь. Можете сказать, в каком банке и когда вы обслуживались его в последний раз? Да я не помню. То есть, а не помните, в какой банк вы приходили в отделение? Так, а кто сейчас в банке-то ходит, кроме пенсионеров? Смотрите, меня интересует именно, в каком отделении такого банка вы были последний раз. Также меня интересует адрес данного отделения. Да я не помню. Я не хожу в банки, что там делать-то? Все же картой оплачивается. Нет, ну мало ли, может, у вас там перевыпускали карты или какие-то проблемы были с оплатой. Да, перевыпускаются карты сейчас все дистанционно, в смысле. Ну, все же некоторые за картами ходят в конкретное отделение. Ну, я не ходил. Хотя на 21 век вы не ходили. Хорошо, я вас понял.
А в данный момент вообще являетесь клиентом банка? Интересный вопрос. Ну, в смысле, да, являюсь. Хорошо. Ну, так, короче, вы усложняете мне работу. Я не усложняю вам работу, с чего это? Вы мне позвонили, говорите про какие-то... Я неправильно выразился, извините. Вот эта информация, что вы не можете сказать, в каком банке и по какому адресу вы обслуживались, она усложняет нам расследование данного дела. Вот. В таком случае я практически закончил. Какие-либо вопросы у вас есть ко мне? Да нет, нету. Нету. Хорошо, в таком случае, смотрите, мне необходимо отправить официальное письмо в Центральный банк для проведения регламентных работ сотрудников. Что за рекламная работа, я вам объясню. Это будет первый перевыпуск вашего лицевого счета. Он будет делаться для того, чтобы данная доверенность не была юридической силы, а также, чтобы была произведена отмена кредитования, о котором я говорил ранее. Теперь смотрите, как бы, чтобы не терять ни ваше, ни мое время, вы в этом заинтересованы? Ну, да, поэтому я после этого звонка позвоню в банк, уточню. Смотрите, я вам говорил про 310 статью «Политика конфиденциальности». Неразглашение данных предварительное расследование третьим лицам. Да, но я обслуживаюсь в банке, и за мой счет отвечает банк, а не вы. Вы лишь расследуетесь. Нежелательно обращаться в банк в данный момент. Смотрите, так как подозреваются в мошенничестве, так и сотрудники банка, вы, в принципе, можете позвонить, вам никакой информации толком не предоставили. То есть вы хотите сказать, что весь банк замешан? Смотрите, они могут не предоставить информацию по двум причинам. Либо же они просто соблюдают политику конфиденциальности, как я говорил, либо же они просто еще не, скажем так, не проинформированы о происходящем. Но как это они могут быть не проинформированы, если у них есть данные о том, что кредит взят? Ну, или попытались взять на мое имя кредит. Хорошо, в банку будете звонить. Я вам говорю, кредит был оформлен через интернет, в онлайн-сервисах. А человек, который сбежал из Сбербанка? Еще раз что? А человек, который сбежал из Сбербанка? Он находится в розыске уже больше полутора месяца, и как мы проверяли данного человека, он является не клиентом, а сотрудником коммерческого банка, а конкретно именно ВТБ банк. Ага. У него могли какие-то остаться связи, и по этим связям он вполне мог достать спокойную информацию. То есть, я же вам еще раз говорю, в банке вам ничего не скажут. То есть, на мое имя... Ситуация? Ну, то есть... Вам звонят из банка, говорят, происходят какие-то мошеннические действия, ваш адрес. А что вы подумаете в первую очередь? Ну, мне не звонят из банка. Если вы мне говорите, что кто-то на мое имя в банке что-то организовал, кредиты какие-то берут, то эта информация есть у банка. В том отделении, про которое я вам говорил, он пытался провести данные на финансы в данном отделении, но у него ничего не получилось, так как сотрудники банка проявили бдительность в данном отделении. А, ну значит, все в порядке. Ну хорошо, а где гарантия того, что они придут в любой другой банк, не сделают вас клиентом или не возьмут еще один кредит? Ну так вот, в банке же отказали, значит, и в другом откажут. Но если вам не повезет, то вдруг это будут другие люди. То есть, как бы, ну, это не зависит конкретно от банка, это зависит от людей. То есть, смотрите, ну, моя цель — это обезопасить вас. От чего? От банка? Я могу это письмо не отправлять, я просто скажу, что, укажу в этом письме, что вы планировали обращаться в банк. Они, возможно же, поскольку мне известно, могут ограничить какие-то операции по вашему счету, либо же могут заблокировать его на протяжении следственных действий. А это может затянуться где-то на месяц-два, как мне известно. Ну ладно, переведу сейчас деньги быстренько на другой счет. Ну то, что вы переводить будете, это одно, это, в принципе, ваше дело. Но смотрите, в письме мне надо указать совершенно другое. Будем оформлять письмо? Да нет, зачем?
запись. Сбросил. Не договорили. Ты не понимаешь, что они не рофлят? Ну, я не рофлю, я просто послушал. Слился. Здравствуйте, я звоню вам, я вот... он же не... Это не из сервиса банка, они же новую придумали. Они же новую придумали схему, что вам звонит, типа, участковый, там, хирургический, короче, какой-то мент звонит, как бы, который сейчас расследует дело вот по тому, что кто-то там что-то пытался у вас... Вот эта история про то, что кто-то пришел, короче, в банк и пытался что-то сделать, а потом сбежал оттуда, и он там в расследовании где-то его разыскивают. Это, конечно, весело. Вот, они придумывают вот схему с... чуваком. А я сразу его спросил, а какая статья, типа, какое дело? Вам должны были прислать там еще что-то? А, вам, наверное, еще даже участковый не сказал. Вы не должны разоглашать ничего. Да. Он пытался. Ну, я счастлив, что я потратил его время впустую. И он, возможно, сейчас бы он мог разводить какого-нибудь пенсионера. Но не получилось. Вот, такие вот дела. Ох, вот представился, да, он там как-то назвал, я лишь подумал загуглить, значит, потом подумал, что... Я когда спросил его, он типа про дело, он же говорит, что вот там вам должно было быть прийти письмо, а я-то знаю, что вам письма просто так не приходят. Ну, то есть, в смысле, если там какая-то... Если вы проходите по какому-то там делу как свидетель, еще что-то, то должно быть дело, должен быть номер дела. И номер дела от вас, по идее, скрывать не могут. Это не является какой-то конфиденциальной информацией. Он твое имя ни разу... Не, он вначале представился и спросил, вы Павел Дмитриевич. Павел Дмитриевич-то я, а вот его попытка... Ну, типа, он ни разу банк не назвал. Нет, подождите, он вначале вроде там начинал что-то про сотрудников Сбербанка, а потом он говорил что-то про ВТБ. Но он усиленно пытался меня выяснить, в каком же банке я обслуживаюсь. Вот эту информацию он, походу, не знал. Хз, зачем ему эта вообще информация? Проходите по делу, да. Но не разглашение информации. Но вот это самое смешное, типа, ну я сейчас в банк позвоню... Но вы же не можете разглашать информацию, ты что, дурак? Ну да, конечно, ага. Он сказал про ВТБ, но он, по-моему, вначале сказал что-то про Сбербанк. А, из Сбербанка сбежал сотрудник ВТБ. А, вот, я просто в этот момент переключал динамик, поэтому я прослушал там, что там было про побег. Ой, забавный, да, забавный, в общем... Звонили из Мегафона, типа, нашим клиентам новые тарифы, а я на МТС сижу. Не, это нормально. Но ты сидишь на МТС, а у них новые тарифы. Это нормально. Мне робот звонил, типа, ваш номер подвергся смене или что-то типа того. Да. Сотрудников ВТБ держат в плену Сбербанка. Из Сбербанка сбежал сотрудник ВТБ. Его ловят менты почему-то. Опасный рецидивист сотрудника ВТБ. Короче, не ведитесь на разводы. Вся информация, которая нужна, есть у вашего банка. Если вам звонят из этой... Как ее? Из службы поддержки банка, или службы защиты банка, или службы безопасности банка. Все вопросы обычно такого характера решаются в отделении банка. Никогда никакие подобные решения не принимаются дистанционно по телефону. Служба надежды банка, да. Ладно, о чем я вообще говорил, я уже не помню. Послушали интересное представление... зоны. Попытку узнать... Я даже не понимаю, что он вообще хотел от меня. Он все время пытался узнать, в каком я банке, какой банк... Причем он там изначально говорил что-то про Сбербанк, а у меня, ну, сбербанковский счет.
У меня карта давно аннулирована, ну не аннулирована, она кончилась, и я ее не перевыпустил. Больше того, на сбербанковском счету что-то типа 2 рубля, по-моему, лежит, или 10 рублей, или 13 рублей, ну то есть, даже если бы он добрался бы до счета Сбербанка, ну смог бы снять оттуда 13 рублей. По-любому кончилось бы кодом наоборот. Нет, они же сейчас как-то они как-то сложнее сейчас делают. Там, по-моему, тебя скорее перенаправят на какую-нибудь ссылку или что-нибудь такое, или какое-нибудь приложение. Ну, то есть они сейчас хитрее. Сейчас просто так уже не обманешь тем, что дайте нам номер с задней стороны. Они скорее какую-нибудь фишинговую херню придумывают. Я не знаю, какие конкретно, но я думаю, что сейчас уже несколько сложнее все это работает. Однажды звонили из банка, когда я попытался купить комп для мелкого, они мне карту заблочили. Да, такое тоже бывает, такое тоже бывает. Но, не, бывает, звонят и спрашивают, вот, мы увидели транзакцию вот там, вот в этом в магазине, например. Это вы? Ты говоришь, да, это я, и все, до свидания. То есть там не будет такого. А если говоришь, что нет, то окей. Но опять же, если твою карту блочат, ты просто звонишь в банк и говоришь: «Алло, это вот я, это я сделал». И все. Дай там номер вашей задницы. Хотел узнать банк и отделение, в котором был последний раз. Он дальше мог просить тебя пойти туда, снять деньги и переложить на счет, который он скажет. А, вот как это работает, понятно. Тебе надо на стримах звонить разводилам и общаться с ним. Действительно. Требую номер вашей задницы. Но, блин, серьезно, когда вы последний раз ходили в банк для ради чего-то? Нет, я знаю, ладно, я знаю, когда я был последний раз в банке. Я, правда, не помню, когда, но это было где-то в конце декабря, и я снимал деньги, потому что нужна была наличка для подарка Наташиного. И все, как бы. Но я не заходил, как бы, в банк, я там был в банкомате. Ну и то, это... банкомат компании, которую они не назвали. Так что я тоже не стал. Но он же не уточнял, типа, где вы снимали деньги. Серьезно, я в банке. Последний раз я был в банке реально лет 5 назад. Вот когда сбербанковскую карточку получал. Вот тогда я был физически в банке ради каких-то дел, типа, банковских. А так, ну... серьезно, что там делать-то? Кстати, все электронно. Все электронные деньги. Все еще хожу за перевыпуском. Ну, да, у некоторых там, у Сбербанка надо физически ходить за перевыпуском, я знаю. Ну, то есть тот же Тинькофф присылает тебе карточку сам. К тебе придет человек и все оформит. Альфа требует прийти с паспортом для перевыпуска. Ну, возможно. Я, кстати, Альфу давно не перевыпускаю. А когда у меня кончается Альфа? У меня, по-моему, в этом году кончается. Вам же можно доверять чат? Запомните, если я вдруг забуду, запомните мой CV-номер. Так, диктую. Когда у меня кончается? А, да, у меня, кстати, в этом году кончается. В конце этого года кончается карточка. Ипотеку оформлять. Ну да, я, конечно же, хожу оформлять ипотеку. Тот мужик из телефона радостно собирает инфу по банкам в чате, да, ждите звоночка. Ну просто да, у меня еще же не одна карта, а он ни про одну из определенных не сказал. Какие карты есть, какие еще. Ладно, давайте переходим. Блин, уже так мало времени, а мы еще даже новости не начали. А сегодня еще стримить, давайте к новостям переходить. Сегодня еще и сабдень еще сегодня, и все сегодня. Уже почти 2 часа, а я еще даже новости не читал. Ну ладно, их немного на самом деле. Новостей вообще капельку. Всего лишь 14 новостей я собрал. И начинаем с новости, от которой пригорело у интернета, потому что у русского интернета пригорело, потому что всегда у русского интернета пригорает по поводу того, что происходит на ДТФ. А именно произошло следующее. ДТФ поставил игрой года Marvel's Guardians of the Galaxy. И у народа пригорело. У народа, ну, естественно, пригорело. Ну, там скорее не пригорело, там они... прошлогоднюю пасту кидали в чат без конца про то, что
про то, что игра говно и прочее. Вот. Но знаете, мне как бы похер по двум пунктам. Во-первых, мне похер, какую игру выбрал ДТФ на первое место. А во-вторых, какую бы игру из топовых не добавили, это все равно хорошо. Был бы здесь Deathloop. Был бы здесь... что еще выходило там? It Takes Two. Был бы здесь Resident Evil. Вообще без разницы. Потому что, на мой взгляд, хорошие игры, если они попадут в топ на первое место, а почему бы и нет? Одна из этих игр определенно достойна быть на первом месте. Они все мне нравятся. Я все за всех за них буду счастлив. Это раз, а два... Повторюсь, да какая разница, господи, поставил ДТФ на первое место Marvel's Guardians of the Galaxy или нет. Игра хорошая, всем советую в нее поиграть. NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3080 с 12 гигабайтами памяти и 8960 CUDA ядрами. Графический ускоритель должен поступить в продажу уже сегодня, то есть даже уже вчера, но его рекомендованная цена пока неизвестна. Кто-нибудь видел? Видел мифическое существо RTX 3080 с 12 гигабайтами? Мне кажется, никто не видел. Графический ускоритель поступит в продажу 11 января, но на момент анонса NVIDIA не объявила рекомендованную цену. Ранее адаптер уже появлялся на сайтах некоторых французских и немецких ритейлеров по цене от 1700 евро. Это около 144 тысяч рублей. Вот. Рекомендованные системные требования по питанию 750 Вт. В DNS, что уже есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Что у нас стоит? Все 300? Все 300 тысяч DNS. Я вбиваю DNS, и мне выпадает CityLink. Ставлю на 230. Так, ставь на 3 миллиона 80 тысяч. 3080. А тут можно отсортировать по... Ну, тут непонятно. А непонятно. Вот я вижу на 10 гигабайт. А, вот, вижу на 12 гигабайт. 214-215 тысяч стоит. И в два раза дороже, чем указано здесь. Вот есть видеокарта Gigabit, GeForce... А, нет, подождите, это TI-ная. Нет, тогда не вижу. А где только 3080 видеокарты? Это TI-ная. Я хочу только просто 3080. На 12 гигабайт. Ну, хер пойми, как его. На 10 вижу. Ну, на 10 стоит 170 тысяч. Жесть, видеокарта за 100 тысяч. За, почти за 200 тысяч. 10 гигабайт. А, вот тут есть, ну-ка. Объем видеопамяти 12 гигабайт. Показать. Ну, это все TI-ные. TI. TI в районе 200 стоит. TI 5. Не вижу обычно. Графический процессор. А, вот, одна. Нашел одну. Есть одна видеокарта Palil GeForce RTX 3080 на 12 гигабайт, и она стоит 179, то есть 180 тысяч. Одна единственная. Тупо топ, да, разноцветная. Ну вот. Ну, кстати, недалеко, смотрите, тут написали, что около 140... 4 тысяч рублей, а тут она 180. Всего-то на 40 тысяч дороже. Ерунда. В конце концов, это 3080 на 12 гигабайт. Не стоит она 170 тысяч рублей, но это уже вам решать. Это уже зависит от того, сколько у вас денег. Если вы богатые и знаменитые, то что для вас видеокарта за 170 тысяч рублей? Да ничего. Всего лишь четверть вашей зарплаты. Российская компания PromoBot создала человекоподобного робота RoboC2, который реалистично жестикулирует и воспроизводит более 600 вариантов микромимики. В будущем андроиды хотят научить писать на нескольких языках и рисовать, а также оснастить ногами. Выглядит жутковато.
Возможно, именно он мне только что звонил и пытался содрать с меня денег на то, чтобы... Ну, в конце концов, вы видите, он стоит 2,8 миллиона. Он хотел содрать с меня денег, чтобы себе ноги добавить и чтобы он мог прийти ко мне домой и уничтожить. Компания PromoBot представила улучшенную версию своего человекоподобного робота-компаньона RoboC2. Робот поддерживает фирменную технологию PromoBot, которая отвечает за реалистичную имитацию человеческих эмоций. Android способен воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. RoboC2 оснащен гиперреалистичной силиконовой кожей и глазами, а также усовершенствованными сервоприводами по сравнению с моделью первого поколения. За счет этого робот стал еще больше похож на человека. Че, похож на человека? По мне, не очень похож на человека. Хотя кожа действительно похожа. Кожа похожа. Но движения у него, конечно, пока еще немножко древенчатые. Я 3080 успел за 80 урвать. Хорошая цена. Хорошая цена. Я 3070 успел за 65 урвать. Так что... Скоро такие в Росгвардии будут, да, на мотоцикле кататься. В компании PromoBot рассказали, что руки робота способны выдерживать нагрузку до 1 килограмма. Android может указывать направление или пожать руку человеку. На одном из опубликованных роликов RoboC2 отвечает на несколько простых вопросов. При этом робот реагирует на запросы мимикой и активно жестикулирует. Ну, не знаю, все равно он все равно выглядит как робот. 55 же? Нет, 65. Не за 55. 50, за 55 это... А, может быть, за 56. Может, за 56. Я просто запомнил цифры 5 и 6. К разговору о моей памяти, который бы прошел целый час. Целый час я разговаривал про свою память, и вот я уже не помню, сколько стоит видеокарта. Но можно, кстати, в DNS опять зайти и посмотреть. Я там покупал. Я уже не помню, какой у меня пароль. Не узнаю. Лучше бы научили роботов делать UV-развертку человеческую. В будущем роботы планируют обучить писать на нескольких языках и рисовать. Также PromoBot разрабатывает ноги для Android, которые позволят расширить его функциональность. Первую версию выпустили в августе 2021 года. С тех пор компания PromoBot продала 19 роботов, между прочим. Херня собачья, и которые работают в МФЦ, медицинских вузах и музеях Москвы и Перми. То есть каждый такой стоит 2,8 миллиона. Можно купить по цене, ну то есть в районе 3 миллионов они продали почти 19 штук. 2 на 3. Это они почти 600 лямов наварили на вот такой вот херовень. Неплохо. А, ну все, музеях Москвы и Перми. Ну, красавчики, чё. Не, на самом деле это круто. Несмотря на то, что мы сейчас смотрим и выглядит немножечко стрёмненько, ну, в смысле, что недоработано, но это же значит, что доработают. Доработают же, да? Большой вопрос к тем, кто это покупает. Да нет. Почему? Да нет, почему? Ну это же круто. Почему не круто-то, когда круто? Ну, то есть, это понятное дело, что это пионерство, но это хорошо. Если, вот именно, если кто-то это продает, значит, есть деньги на дополнительное улучшение. Они постепенно будут улучшать. И рано или поздно мы получим вот эту херовину, которая будет действительно похожа на человека. По мне, наоборот, это круто. Во всяком случае, это точно лучше, чем чертов процессор Эльбрус. Лучше бы деньги с Эльбруса пошли бы вот на создание вот таких вот... таких вот роботов. Или работу над такими роботами. Это круче, чем закупать планшеты из Китая и выдавать их за российскую разработку. Это реально клево. Это реально клево. Так что я желаю создателям промобота только успехов. Глядишь,
и у них что-то интересное, еще более интересное получится. Робототехника — это вообще круто. Гейм-директор Days Gone Джефф Росс впервые рассказал об идеях для сиквела, от которого отказались Sony. В итоге было бы больше гаджетов и видов... В игре. В игре было бы больше гаджетов и видов оружия, динамических сцен, например, стаи волков, выходящих на охоту, а также полноценное плавание. Разработчик уверен, что команда исправила бы ошибки оригинала. Продолжается рефлексия гейм-директора Days Gone по поводу Days Gone и Days Gone 2. Гейм-дизайнер Джефф Росс, который вместе с Джоном Гарвином руководил разработкой экшена от Bend Studios, впервые поделился подробностями о нереализованном продолжении игры в разговоре с журналистами USA Today. Он также рассказал о создании первой части и трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе. О Days Gone 2. Сюжет второй части серии бы стал прямым продолжением первой. Упор планировали сделать на взаимоотношения Дикона Сент-Джона с его женой Сарой и проблемах между ними. У главного героя было бы намного больше различных гаджетов и видов оружия. Какие именно возможности открывала бы эта техника, не ясно, но она стала бы важной частью игры. Судя по всему, одной из ключевых тем сиквела могло бы стать будущее людей и мира в условиях постапокалипсиса. Но там вообще в конце первой части, в конце Days Gone, точнее, оригинальной части, там вообще такой задел на будущее-то нормальный был. Само собой, мы бы оставили в игре мотоцикл, и думаю, мы бы чуть больше развили тему техники. Теперь у героя есть гаджет нейро, а что с ним можно сделать? С точки зрения тона, мы бы сделали шаг за пределы знакомого мира, к некой новой реальности. Думаю, что это было бы ближе к... Не хочу говорить, что к Мстителям, но к чему-то такому, где у игрока были бы ресурсы и какие-то пережитки того, что было доступно государству. Динамические системы в открытом мире получили бы развитие, к примеру, поведение животных хотели сделать более реалистичными, чтобы медведи искали еду среди мусора, а волки время от времени выходили на охоту. Я бы ввел больше систем. Системы — это штука очень простая, и поэтому они могут быть изящными и очень богатыми для игроков. Я знал, что если нам удастся добавить в игру 1-2 слоя системных элементов, то игра сразу стала бы куда богаче. В открытом мире было бы куда больше уникальных моментов, а действия игрока вызывали бы отклик, какого мы не видели раньше. Дикуну бы позволили свободно плавать в водоемах, в отличие от первой Days Gone, где такой возможности не было из-за технических ограничений. Росс признал, что у первой части было множество недостатков, однако геймдизайнер уверен, что если бы сиквелу дали зеленый свет, то при подходящем руководстве команда могла бы исправиться и достичь чего-то большего. А может быть, даже как следует реализовать и отполировать все задуманное в третьей игре. Надо научиться ползать, прежде чем начать ходить. И научиться ходить, прежде чем начать бегать. Мне кажется, здесь работает подход трилогии. Первые игры вроде Batman Arkham и оригинальный Uncharted очень простые. Они становятся платформами, на которых можно построить следующие тайтлы. Возьмите ту же Uncharted. В первой игре вы могли плавать на поверхности. Во второй или третьей вам позволили нырять. А в четвертой вы уже плавали с аквалангом. Ну, такое. Они ведь не начинали с акваланга, они шли к этому постепенно. И так с каждой игрой. О работе над первой Days Gone. Мы подходили к этому проекту с небольшой командой и думали, что не сможем тягаться с Rockstar и с Ubisoft, да даже с ребятами из Avalanche. Однажды кто-то сказал одну фразу, которую я, наверное, неверно понял, но люблю до сих пор. Масштаб в мелких вещах. Я решил, что нечто подобное нам и нужно сделать. Я понял эти слова не так, но привнес в них свой смысл. Нужно делать упорное неприметное на то, что подразумевается. Ну, блин, как-то... Внимание к деталям, да? Дьявол в деталях. Поэтому вместо того, чтобы зацикливаться на больших клевых взрывах, на рельсовых эпизодах и всяком таком, мы стали искать не такие громкие идеи, которые бы отражали настроение постапокалипсиса и того, как ужасно люди обращаются друг с другом. Казалось, у меня красное пятно на руке. На самом деле его нет. Росс отметил, что даже неровный темп игры, который разгоняется во второй половине с открытием новой области карты, был частью задумки.
Разработчики хотели застать игрока врасплох. При этом от многих механик выживания, которые изначально могли появиться в экшене, намеренно отказались, чтобы сделать ее веселее. Именно поэтому менеджмент ресурсов Days Gone ограничен ремонтом мотоцикла и его заправкой. Сотрудники Band решили, что поиск еды для самого Дикона будет утомлять игроков. И правильно сделали, действительно. Система с одним творческим директором у нас превратилась в целый творческий комитет, и в этом ничего классного нет. Да, можно создать атмосферу сотрудничества, в которой каждый сможет привносить собственные идеи, но без структуры это превратится в хаос. И студия решила двинуться в этом направлении. Я им говорил: эй, да не обязательно делать меня главным, это может быть любой, просто нужен человек, чье слово было бы решающим, но они отказались. Я люблю работать в команде, выслушивать чьи-то задумки, но кто-то ведь должен задавать курс. Когда каждый хочет поделиться чем-то своим, и есть один человек, который регулирует все идеи, то, конечно, возникает неприязнь. Нужно выстроить сложные взрослые трудовые отношения, чтобы что-то такое работало. Но да, те, у кого были неприятные разговоры, будут возмущаться, мол, какого хрена? Я вам скажу так, и это серьезный аргумент в пользу Джона. Многие, кто обвиняли его в том, что он козел, сами вели себя как козлы. Ты козел! Нет, ты козел! Ну, отлично поработали! Это работало не в одну сторону. Творческий директор всегда должен быть чутким, прислушиваться к другим, но иногда люди просто говорят тебе: вот у меня такая задумка, почему ее нет в игре? А ведь ты должен уметь слушать, но тебе нельзя разрываться между несколькими идеями. У тебя должно быть четкое видение, которое бы эти самые идеи дополняли. Допустим, кто-то просит изменить направление, в котором мы работаем, и говорит: надо сделать эту часть линейной. Я им объясняю, почему линейность мы тут добавлять не будем. А меня в ответ назовут мудаком. Я хочу, чтобы это было линейными. Но, понимаешь, у нас игра в открытом мире, тут нельзя сделать линейность. Ну ты мудак, и уходит. Вот такие вот рефлексии гейм-директора Days Gone. NVIDIA обновит технологию динамического суперразрешения DCR, которая будет работать на базе нейросети и эффективнее повышать качество картинки. А в Overlay Freestyle добавит фильтры для глобального освещения SSAO и трассировки лучей в экранном пространстве SSRTGI. Что все значит, все эти буквы и цифры? А ты молодец. Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Сотрудник ВТБ только что похитил ваш ключ с трансляции. Сообщите нам его, чтобы мы могли пока создать запасной. Спасибо службе безопасности Twitch. Пусть сотрудник ВТБ немножко постримит своего канала. Может быть, он сможет оправдаться тогда. Может быть, он сможет обратиться к отделению Сбербанка, из которого сбежал, и рассказать всю правду, что на самом деле это клевета, и он ничего не воровал и не пытался никого обмануть. Это все большая ошибка. Дадим слово сотруднику ВТБ. Но спасибо за обращение. Служба безопасности Twitch. Динамическое суперразрешение DCR будет работать на основе нейросети, и потому технология будет называться DLD-CR. Технология обрабатывает картинку в играх и в разрешении выше, чем у монитора, а потом масштабирует ее и улучшает качество изображения и сглаживания. DLD-CR, как утверждают в NVIDIA, будет примерно в два раза производительнее DCR. Это буквы непонятные. Завтра стрим со сотрудником, да, который нам объяснит, как на самом деле пользоваться всем этим, всем вообще, пользоваться банками, чтобы вам не звонили потом из, откуда там, кто там, участковый, прокурор или кто там, блин, звонил, я уже даже не помню. Технология должна работать в большинстве игр. Продемонстрировали ее на примере Prey от Arkane, в которой алгоритм способен рендерить картинку в 1620p для трансляции на экране с разрешением 1080p. Обновленная технология суперразрешения будет работать на видеокартах серии GeForce RTX. NVIDIA также обновит свой Overlay Freestyle, в который добавит три фильтра, созданных модером Паскалем Гилчером. Комбинация этих фильтров с DLD-CR должна существенно улучшить внешний вид игр. Я вообще не понимаю, о чем я говорю сейчас.
Улучшенные технологии суперразрешения и фильтры для фристайл добавят с помощью драйвера, который также оптимизирует работу ПК-версии God of War, Rainbow Six Extraction, Hitman 3, The Anacrusis, Crisis, Grid и Monster Hunter Rise. Кстати, через два дня же God of War на ПК выходит, если вы вдруг забыли. Я, правда, не планирую в него играть, но вы-то, может быть, захотите поиграть. Фильтры, которые добавят в оверлей фристайл. Трассировка лучей в экранном пространстве с SSAO. SSAO. Затемнение от глобального освещения. Динамик DOF. Динамическая глубина резкости. Окей, ну хорошо. Сегодня уже предзагрузка. Да, сегодня уже открывается предзагрузка, а 14 числа выходит в Steam. По-моему, то в Steam и в EGS же выходит, да? Сколько, кстати, она стоит? А, она же там каких-то безумных денег в Steam стоит. Ой, мне аж заикал. Как вспомнил про Steam, аж заикал. Популярные будущие продукты. 3150 рублей она стоит. Нормально так, нормально. Нормально хотят денежек. Ну, этот Death Stranding тоже недешево продавался, так что чё. Так что чё уж жаловаться-то? Интернет-крафт-симулятор. Либер. Это игра Либер. Да и Horizon. Не, ну Horizon-то там за 500 рублей можно было купить, по-моему, да? Положительные оценки в этой игре Либер. Что это вообще такое? Для одного игрока. Все мы мечтали о приключениях, полных загадок и мистики. Мечтали оказываться в необычных ситуациях и выходить из них героем. Либер — приключение о перемещении во времени, поиске истины и себя, о дружбе и переоценке ценностей. Приключение экшен 3D от третьего лица. Это, короче, квест, что ли, какой-то? Эту подделку даже игрой назвать сложно. Настолько это некачественный продукт, как в техническом плане, так и во всех остальных. Спасибо. Продолжим. Но на релизе он 2800 стоил, да. В Steam все безумных денег стоит, а Entry все еще ему прислуживает. Но для Entry есть сегодня новость, которая ему будет, наверное, приятна. Это не она, но будет. Лего объявила, что отложит набор по Overwatch из-за скандала вокруг Activision Blizzard. Конструктор хотели выпустить уже 1 февраля, но когда он выйдет теперь, неизвестно. Хотели, перехотели. Вдруг вы ждали конструктор по Overwatch от Лего. Far From Home — молодая студия, расположенная в польском Вроцлаве. Сегодня команда анонсировала «Выживач Forever Skies». «Выживач» на дирижабле от авторов Dying Light, Divinity Original Sin и The Medium. Вот так вот. Ну, давайте посмотрим трейлер сначала. Чё за «Выживач»? Чё за «Выживач» такой? Зашел там вчера в овер, думал, у меня там подарочные лутбоксы за пару лет накопились, а вот хрен там плавал. Потому что надо заходить, получать. Чтобы подарочные получать, надо тоже лутбоксы заходить. Короче, я так понимаю, вы летаете на дирижопле и воруете ресурсы из небоскребов. Дирижабль? Ага. Захотелось Лего Техникс на 1К с чем-то детали, но 17 тысяч стоит. Блин, все Лего так стоит. Все Лего так стоит. Итак, действие игры происходит на высокотехнологичном дирижабле, летящем над землей. После глобального катаклизма поверхность планеты заволокло огромным слоем токсичной пыли. Это все комментарий из ДТФ. Протагонист возвращается на землю спустя сотни лет после катастрофы, чтобы найти
патогены и вылечить таинственную болезнь, угрожающую его семье. Корабль — это одновременно ваш дом, мастерская и лаборатория, и не только. Вам предстоит вести его к руинам нашей цивилизации и таинственным аномалиям. Судно можно улучшать и настраивать, собирая ресурсы среди развалин. Спустившись под слои пыли, вы встретите эволюционирующие формы, эволюционирующие флору и фауну. В выживании главного героя поможет наука. Он способен строить различные машины, анализировать предметы и восстанавливать утерянные технологии, исследовать новые методы хранения еды и открывать новые инструменты. Forever Skies посетит ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В этом году игра стартует в раннем доступе через Steam. В ранней версии не будет некоторых возможностей, включая кооператив на четверых, но авторы утверждают, что изначальной порции контента хватит где-то на 30 часов геймплея. Полноценный релиз состоится примерно через год после дебюта в Early Access. Ну, такое. Я изначально не знал, что это за игра. Звучало интереснее, чем выглядит. Летаешь на дирижабле и выживаешь. А тут что-то как-то вот такое. Никто не в курсе, с чего это Dark Souls 3 в Steam сейчас за 2500 продается. Недороговато ли? Слышь, купи. Piranha Bytes. Вот новость для Entremy, которая ему понравится. Piranha Bytes открыла предзаказы Alyx 2 в Steam. Ее полная стоимость составила 2000 рублей, а предварительную покупку можно оформить за 1800 рублей. Разработчики также показали геймплейный трейлер экшен RPG, посвященный боям. Ну, на самом деле, я не знаю, понравится ли эта новость Entremy, но, во всяком случае... Потому что, может быть, для него тоже это дорого. Слишком дорого. Но сам факт новости о Alyx 2 ему явно придется по душе. А, там звука нет все равно. Alyx без звука. Ну ладно. Музыка в целом подходящая. Нормально. Индивидуальные новости для подписчиков. Не, ну мне интересно на самом деле посмотреть на Alyx. Я бы поиграл. Я играл в первый Alyx, он был сраным говном. Вот, но теперь мне интересно, каким получится второй Alyx. Ну, в смысле, не сраным говном, но это была довольно архаичная игра с не очень оптимизированная архаичная игра с довольно топорными механиками и анимациями. Вот. А тут вроде бы выглядит получше, поэтому поинтереснее. Ну, я надеюсь, что оно... Я надеюсь, что сделали работу над ошибками. И в это уже можно будет хотя бы с рофлами поиграть. Хотя бы с рофлами. Потому что в первый Alyx я начинал играть и думал, что там, ну, какие-нибудь, может быть, рофлы есть, но их нет. Вот. Такие дела. Что еще у нас? Assassin's Creed The Ezio Collection появится на Switch уже 17 декабря. Это сборник, вышедший на PlayStation 4 и Xbox One еще в 16 году. Теперь он выйдет на Switch. В комплект входит Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood и Assassin's Creed Revelation. Все одиночные дополнения для игр. Мультиплеер Brotherhood и Revelation в комплект не входят. Короткометражный фильм Assassin's Creed Lineage и Assassin's Creed Embers. На картридж физической версии записано только Assassin's Creed 2. Остальные части короткометражки и пакет с дополнительной локализацией озвучки потребуют скачать до 35 гигабайт. Лол. Кек. Для Switch заявлен оптимизированный интерфейс, а также поддержка HD Rumble и управление с помощью сенсорного экрана. Давайте посмотрим трейлер. Наверное, состоит из геймплея. Для Switch непосредственно. В нем тоже нету звука. Точнее, планшет не хочет его воспроизводить. Игра такая старая, что звук надо сейчас докачивать отдельным пакетом. Ну, на самом деле, выглядит примерно так же, как я ее помню. Я додумался как человек может летать. Ezio Auditore.
Безук, конечно, странно на это все смотреть. Проживите полную сагу о легендарном ассасине. Ну, тут все, короче, понятно. Ничего нового особо не увидели. Зато знайте, что если вы, у вас есть Switch, и вы вдруг хотите поиграть в Ассасина на Switch, то скоро сможете это сделать. 17 февраля, точнее, с 17 февраля. Bungie вовсю готовит к релизу крупного расширения Королева Ведьм для шутера Destiny 2. Студия поделилась новым трейлером с динамичными сражениями во дворце древней богини. Новый трейлер, как я же не могу пройти мимо трейлера Destiny. Поэтому вышел новый трейлер. Дустана. Точнее, дополнение Королева Ведьма, которое выйдет 22 февраля. Но я думаю, что никто о нем не вспомнит, потому что все будут играть в Elden Ring, скорее всего. И во что-то еще. Там в феврале же еще что-то выходит. Опять хайвы. Там, кстати, слух был, что Returnal выпустят на ПК. О, эти слухи я слышал миллион раз. Они лишь слухи. И Returnal выпустят на ПК, и Ragnarok выпустят на ПК, и все выпустят на ПК. Ну, может быть, выпустят, а чё нет? Когда объявят, тогда объявят. Horizon где-то? Horizon же, по-моему, дальше. Он, по-моему, в марте, нет? Он же не в феврале в итоге. Мне что-то казалось, что он чуть-чуть подальше будет. И Bloodborne на ПК выйдет, да. Появились слухи, то, что на ПК выпустят Bloodborne. И колокол какой-то огромный. Коль-о-коль. Ну, на самом деле, интересно посмотреть, что там будет в этой Королеве Ведьм, потому что они должны дать способности гардианов врагам. Об этой возможности говорили еще, мне кажется, со времен Destiny 1. Что появятся темные... Что в игре появятся темные гардианы, которые будут обладать такими же способностями, как и мы, но они будут темными нашими врагами, и мы будем с ними сражаться, что-нибудь такое. Ну, наверняка там контента на 4 часа, а все остальное какой-нибудь дрочь. Ну, посмотрим. Мне интересно. Появились слухи, что GTA 6 будет эксклюзивом мобилок, и ее разрабатывает Zynga. Появились слухи, что Stalker перенесут на осень. Тоже. Разработчики неустанно борются с читерами и неподобающим поведением в игровой среде. Однако нарушители спокойствия обходят блокировки, например, сменив консоль. Босс Xbox озвучил идею о кроссплатформенных банах. Фил Спенсер предложил ввести кроссплатформенные баны. Ну, то есть, некая система единого аккаунта, где если ты получил бан там, однажды на одной консоли получил бан с одного аккаунта, то получишь бан и везде на других консолях, например. Забаненный аккаунт в сети одной компании автоматически блокировался в системе другой. Появилась возможность переносить бан-лист из одной платформы на другую. Это позволит не создавать черные списки заново. Глава Xbox надеется, что эти проблемы решатся когда-нибудь в будущем. При этом он уверен, создавать подобные функции окажется трудно. Это трудно, но мы сделаем это. Но мы всех забаним. По данным Bloomberg, Sony в 2022 году продолжит выпускать PS4, чтобы компенсировать дефицит PlayStation 5 и снизит нагрузку на их производство. Компания планирует собрать около миллиона PlayStation 4, хотя изначально прекратить выпуск планировали в конце 2021 года. Но консоли-то они продолжат выпускать, а вот игры-то они уже потихоньку переносят на PlayStation 5, поэтому... С такими слухами должны быть, во-первых, официальные анонсы, а во-вторых, должны быть анонсы из серии, не знаю, что там не выходит. Horizon же, по-моему, не, Horizon выходит. Ragnarok, по-моему, не должен выходить на PlayStation 4. Еще какие-то игры не выходят. Тот же Returnal уже не выходил на PlayStation 4. Как говорится в замечательном, как говорится в одном меме, а как играть? А как какать? Авторы Shadow Warrior 3 сообщили, что на прохождение их игры уйдет 500 часов.
Точнее, на прохождение их игры 60 раз уйдет 500 часов. Так, разработчики пошутили про максимальную продолжительность Dying Light 2, которую назвала Techland. Судя по всему, в среднем одно прохождение шутера про наемника с катаной займет чуть больше 8 часов. Ну, короче, Shadow Warrior шутит шутки. Ну, на самом деле, они шутят шутки, потому что, насколько я помню, Shadow Warrior же издает... По-моему, же Devolver Digital их издают, поэтому шутки и шутят. Ну вот, твит, например, Shadow Warrior 3 will takes... Ну, типа, прохождение Shadow Warrior 3 займет, чтобы пройти, точнее, 60 раз... Блин, я даже не знаю, как это правильно прочитать. Понадобится 500 часов, чтобы пройти 60 раз игру, вот. И в ответ им в Твиттере Dying Light ответила вот таким мемом. Блин, мне тоже с банка позвонили. Все. Кажется, они в чате. Кажется, они захватили. Кажется, это вирус распространяется. Это агент Смит. Банковский агент Смит. В общем, в интернете шутят шутки. Королевская битва PUBG стала условно бесплатной на ПК и консолях. Также игра получила обновление 15.2. Всех купивших игру в свое время за сколько там, за 800, по-моему, рублей, да, поздравляю с тем, что она стала бесплатной. На консолях тоже бесплатно? Написано, что... Да, на консолях тоже. Королевская битва PUBG стала условно бесплатной на ПК и консолях. Ушла эпоха. Ждем, когда что станет. Что следующее должно стать? А мне из Geekbrains позвонили по поводу обучения. И что сказали? Вы не проходите? Вы не прошли средний балл? И это все новости, которые я для вас подготовил. Все сломалось. Это все новости, которые я для вас подготовил. Давайте пройдемся по свежим новостям, которые только что появились. Что такое метавселенная? И когда она появится? Окей. Бэтмен Мэтт Ривз официально получил рейтинг PG-13. Впрочем, если судить по трейлерам, режиссер постарался выжать из ограничений максимум. Окей. Яндекс подключился к разбирательству ФАС против Apple из-за комиссии в App Store. Ну, подключился и подключился. Просто спросили, собираюсь ли я в ближайшее время обучаться у них. И я сказал, что просто хотел бесплатный курс по геймдизу пройти. И прошел? Или не прошел? Астрономам удалось обнаружить самую яркую в рентгеновском диапазоне космическую корову. Очень редкую, сверхновую. Пока известно только о 5 подобных вспышках. Открытая сверхновая оказалась в 200 раз ярче, чем корова, которую нашли в 2018 году. Что, почему корова? Normal supernova cow-like events. Ну, окей. Ну, нашли и нашли. Ты все равно ни хрена не поняла. А, не поняла. А ни хрена непонятно. Коровы отличаются от типичных сверхновых. Они не покрыты материалом, который мешает обзору. И включают открытые компактные объекты, которые испускают высокоэнергетическое рентгеновое излучение. Благодаря этому можно наблюдать, как происходит рождение черных дыр и нейтронных звезд. А, ну типа на них плазмы нету или что-то типа того? Непонятно. Это наша корова, да. Valve на фоне пандемии и ковида отменила первый мейджор сезона Dota Pro Circuit, который должен был пройти зимой, на фоне распространения ковида и появления новых штаммов. Следующие турниры должны состояться весной и летом. Громкие релизы. Концепт. Как улучшить экран блокировки iOS. Samsung отменила анонс мобильного процессора Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2. По данным инсайдеров, компания столкнулась с трудностями в разработке, а смартфоны Galaxy S22 теперь дебютируют с чипами Snapdragon от Qualcomm. Не получилось, не срослось. Не фартануло. Samsung к успеху шел.
Релиз Warhammer 40 000 Space Marine 2 почти наверняка не состоится в этом году. В 22-м году Games Workshop планирует заниматься Total War Warhammer 3, Warhammer 40 000 Dark Tide и Lost Crusade. Логично, мне кажется, потому что наверняка игра находится на довольно ранних этапах разработки, а существуют и другие проекты у Workshop'а. Game Workshop не упомянула Space Marine 2 среди игр 22 года в отчете для инвесторов. Так, как облако помогает разработкам? Глава Riot Games рассказала об изменениях в работе компании. Так, работники студии могут работать в офисе 3 дня в неделю, а тем, кто собирается уходить, полагается солидная компенсация. Каждый раз какие-то новости. Riot, ну так возьмите меня на работу тогда, давайте, я готов. Я готов работать всего 3 дня в неделю и готов не уходить, так что можете оставить компенсацию себе. Хотя нет, я могу поработать у вас 3 дня, а потом уйти и получить еще солидную компенсацию. Вперед, без проблем. А предзагрузка God of War в Steam станет доступна сегодня в 19.00 по МСК. Сам релиз состоится уже 14 января. Согласно требованиям, игра займет на диске около 70 гигабайт. Готовьте 70 гигабайт. Авторы Forza Horizon 5 вовсю работают над исправлением багов и улучшением игры. Планы у разработчиков действительно большие. Странная новость. Paramount запустила в работу ремейк фильма «Поймать вора» Альфреда Хичкока. Главную роль сыграет Галь Гадот. Хорошо. Возвращать деньги с покупок. И королевская битва PUBG стала условно бесплатной на ПК и консолях. Эта новость у нас сегодня уже была. А значит, я на сегодня вещание 1.59 заканчиваю. Сегодня у нас продолжится Сабдень. Сабдень день второй. День-день. Первые игры у нас уже определены. Это будет Маджика. И 60 секунд. Которую заказывала Мария. Вот. Также мы с вами покатаем еще. Нам надо будет накатать еще как минимум две игры. Вот. И мы в них поиграем. Нашараем. Накатаем, нашараем. Вот такое вот расписание на сегодня. Не буду долго задерживаться и долго разглагольствовать. 11.59 вернется завтра в 11.59. Сегодня через час, опять в 15, примерно в 15.30, приходите на Сабдень. Будем играть в игры, которые вы назаказывали. Ну, не только вы назаказывали, но и в целом разные. Ну, подписчики назаказывали. Вот, всех жду. Люблю, целую, обнимаю. Увидимся. Пока.